Новый заезд. Так, я поставил маркер на прохождение. Ну что, давайте с зеленью или со стигийской стражей? Чат. С жирными зелеными танками? Или со стигийцами? Наверное, с... Я думаю, с зелеными давайте. Добавляет в колоду копию стартовой карты вашего клана. Ранг согласия 6. В колоду копию стартовой карты. Ничего не понял. Типа одну слабую картишку добавляет, да? Ясно. Слушайте, а что еще? Еще один клан есть в игре? Мрак — это еще и не последний клан? Их 6? Ладно, поехали дальше. 5. Да, 5. Только сейчас увидел. Ну, как-то я, да, честно говоря, что-то... Гордыня сок уменьшает урон каждый ход. Ну, не особо страшно. Да, 5. 6 — это рандом. Случайно начальные карты. Дает союзнику 2 ярости и 2 поглощения угля. Ущие, дает 2 маны. Улучшатель стали... Спустить союзных и вражеских бойцов на этот этаж. Ну, слабенькие карты начальные на самом деле. Артефакт. Когда первый раз во время хода погибает враг, добавьте в свою руку 2 заморышей. Или сделайте все существа в игре бесплатными. Что же я выберу? Да, надо подумать. Супер сложный плей. Очень сложный плей. Наверное, давайте сделаем бесплатными все существа в игре. Обжорство сминания. Так что в итоге-то? Где? Чё, у меня... А, вот, у меня на один разделитель теней больше, видимо, стало. И это нехорошо. Ну, начнем опять с обжорства. Не, конечно, 35-20 со сминанием выглядит прям имбово. С учетом того, что мы будем его хилять. Добавьте ему атаку. Может быть, здесь не обжорство надо. Ну что, жирнее на один слот? Да я увидел, что он жирнее на один слот. Качаем на третьем этаже, потом спускаем на первый. Кстати, как вариант, раз у нас есть спуск всех юнитов, звучит неплохо. Здесь дабл обжорство, сминание лучше. Обжорство имба всегда. Но я бы так не сказал, не знаю. Не, я не хочу так много места занимать. Давайте возьмем, просто будем его качать снова. Маги нужны. Так, на бойцов врага накладывается 10 брони. Боже, на этих 10 брони? На этих? И как я их убивать планирую? Горнилом, как же еще? А вот было бы сминание на 35 урона. Нужно было глянуть новый путь. Но... Там. Угодитель получает 1 защиты от урона. Хорошо. Ау. А урона-то нету таргетного, да? Я здесь ничего не сделал, а?
Я понял, это надо на мелких кидать. Ради манны. Да, жесть, у меня старт. Старт полное говно. 50 монет в минус. Не 100 монет, 50, да. Блин, у меня по картам старт полное говно. В начале следующего хода уменьшается каждый ход. Или все-таки сработало? Не, он же сдох в этот ход, так что нет. Всех сердце убьет. Можно всех обрушить, и босс сдохнет от вот этих чертей. Брушай, не, нельзя. Просто нельзя. Не, можно, конечно, с боссом. Смотрите, есть варик обрушить. Шесть. Девять. Обрушить, выставить стюартов первыми. Мы все равно этих не убьем потом. Они все равно будут от сердца умирать. В любом случае их будет убивать сердце. У меня просто нет такого ОЕ урона. Не, в этом не очень много смысла. Проще обрушить чуть-чуть попозже, как раз под стюартов. Не один этаж жру, что он все рушит в нулину. По идее. Блин, первый враг всегда сильный. Где здесь голосовой чат? Я не понял, о чем ты, аудиоинка. А вот мы уже ни хера не обрушим, потому что не придет просто. А если обрушить на этаж, где ничего нету? Скорее всего, это смерть. Но мне в любом случае нужен был этот флаг, мне нужны существа, я на этих стюартах нихера не сделаю. Голосовое воспроизведение выделенных сообщений. Донат? Я не знаю, что за вопрос. О, можно обрушиться на второй сейчас. Карта заморожена. Комната заморожена, да, нельзя. Проблема в том, что у этих атака есть. Все еще. Понимаете, да? Но, в принципе, их вытанчивают. А, ну их вытанчивают эти. Я очень надеюсь, что босс упадет налево. Зачем? Не знаю. Чтобы было. Что они танчат, и герой в это время убивает. Вот зачем. Минимум. Это будет наш последний этаж. 24 хп, 5 урона. Не знаю, блин. Ну так, атака эти танки просто придут, втанчат 3 удара, а герой впишет здесь 15 урона в моего. Понимаете, да? Невозможно переместить. А? Как
еще и как это, что это было? Спустите союзных и вражеских бойцов на этот этаж. Ну. Ладно. Это что-то работает не совсем так, как хотелось бы. Нужно на третьем, да это бред. На этот этаж! 42 урона всего я ему нанесу, очень мало. Восстановление, восстановление это хорошо. Мы его убили. То есть с этого этажа юниты падают вниз. Да, да, ошибка перевода. На один этаж. Добавляет в руку заморожа шахтера. Наносит 3 урона, добавляет в руку 2 необычных. Вот это вот урон сейчас неплохо будет, потому что у меня таргетного урона нету. Либо на союзных бойцов защиту от урона добавляет в руку 3 необычных или редких. Но у меня столько маны нету, чтобы клад самоцветов играть. Кстати, это на одного в итоге работает, да? А, нет, другая на одного, это на всех. Нужно было еще ярости добавить. Кстати, да, нулевочка же ярость добавляет. Так, ну шахтер хорош. Хоть и стоит 2. Но 2 юнита лучше, чем 1. Если убить. Я, скорее всего, всегда буду убивать. Красивый арт очень. Давайте еще натиск возьмем. Это таргетный урон, это хорошо. Целебный взрыв. Восстанавливает здоровье. Наносит x 5 урона. Наносит 3 урона, перемещает цель вперед. У меня пока что нету юнитов крутых под целебный взрыв. Не факт, что будет. С другой стороны, если героя ставить на первую точку и потом его хилять... Да. Вот это хорошая штука, потому что, ну, в начале игры хорошая, потом становится говном. Давайте целебный взрыв возьмем. Так, юнит. Призвав на этот этаж заморыша, создать его копию. Отлично, отшельница. Отлично. Коллектор горнила, обжорство дает одну кражу жизни. Ну, я думаю, что я беру повелителя, потому что мне нужно как-то стакать героя сейчас. Бафать героя. Так, мрак. Пробужденный мрак, пробужденный мрак, пробужденный мрак. Решимость призывает в эту комнату сумрачного заморыша и лавового заморыша. Это как раз наш творец-маг, да? Который будет каждый ход призывать по 2. Или по 4. Тут уж как пойдет. Да? Да. Опять мультиудар ему пришел. Но я в этот раз вряд ли смогу его так забафать, чтобы он был сильным. Этот мультиудар лучше будет вот этому дать. В этот раз так не получится. У нас нету 6 ярости. А вот этот неплохой будет. Может быть, стоило 2 вот этих дать, конечно, но не знаю. А где деньги вообще? Чё у меня всё... А, я не убил. Я не убил мелкого, который деньги дает. На каждом этаже появляются вражеские бойцы. Как они достали. Ну ладно. Пить хочу. Первый этаж укомплектован. Ну, по сути, да, скорее всего, так и есть. Сердце, готовься танчить. Просто сердце, готовься танчить. О, эти еще и ускорятся сейчас. Фак.
У меня огромные проблемы сейчас. Почему? А, потому что я еще не дал улучшатель стали. Почему не на третий? Потому что зачем мне на третьем он сейчас? Просто зачем? Один стюарт выживет, если его сюда поставить, этих двоих. Хорошо, и уменьшить чуть-чуть урон по сердцу. На три, правда. Вот это очень опасно. Если у меня сейчас хил не придет, я могу героя потерять. Вот еще эти челики. Тара-та-там. Мне, скорее всего, надо тратить Творца. Пять, четыре, плюс один. То есть мне надо его в качестве танка выставлять сейчас. Значит, я не могу мелких, да, выставить? Нет, вообще я могу призвать двух мелких. И что тогда? Эти втанчиваю 10 урона. У героя остается хп. Да. Союзнику плюс 2 ярости. Угощение угля. А, кажется, самонер. О боже, еще и здесь этот. Ну, я не, мне не могу их убивать. Мне надо было спел брать, который ауешит, видимо. Самая проблема большая, что я не мог сюда выставить и вот этого, и заморыша, и вот это вот просто грусть. Так бы это, конечно, было сильно. Ох. Ага. Начало очень плохое, потому что я деньги не зарабатываю. Все потому, что сминание не взял кек. На последний? Почему сразу последний? Странные, ладно. А, потому что это другая тян. Краткая передышка, наконец-то. Возможность похилить и возможность обрушить. Супер, все, идеально. Живем, живем. Жив цел, босс. Так, давайте так. У него два заморыша с ним. Я их спущу. Это будет 5 юнитов. Плюс я могу двоих засаммонить прямо сейчас, да? Не, я не могу саммонить никого, потому что мне надо ману потратить. Кеква. Та-ра-та-там. А вот и босс. 89 урона всего лишь ему наносим. Я ничем не могу здесь спасти, никак, вообще ничего не могу сделать. Просто это пустой этаж. Стюарды в бой! Герой ударил один раз. Челикс дабл атаку и ударил еще один раз, и умер от шипов. Ладно, герой ударит еще один раз по боссу. Стоп, а с ним хилерша выживет, да? А, это не хилерша, это ускоряй! Это ускорялка! Они прыгнут на третий с боссом. Я не туда поставил стюардов. Mistakes, mermaid. Ну, как бы сердце вытащит, но... Договор будет в среду. Ну, старт, конечно, полное говно.
Мне очень плохие карты вначале дали. Вот этот 0, который дает ману, мне их надо скинуть как-то. Давайте, юниты, реабилитироваться надо. Обрушение шахты наносит X урона вражескому бойцу, дает 2 маны. Мана не нужна, накладывает X защиты от урона, поглощения. На героя? Мерцание. Знаете, что я возьму сейчас это дурацкое мерцание? Как бы сильно я не хотел его убрать. Флаги. Флаг мрака, либо с артефактом, либо к похилице сходить. Игра, ты издеваешься? Конечно же, направо. Плюс 3 хп с союзником. Накладывает путы на бойцов врага, проникающих на этаж под пеклом. Не дает им перемещаться. По сути, я всегда на третьем этаже могу выигрывать, так, если на врагах будут путы. 3 хп юнитам, это полное говно. Хотя это не так уж и плохо, потому что мелкие не будут умирать от рассечения. Не знаю. Не, давайте путы. Жнарность вардов. Обжорство... Обжорство. Мне нужны магии, мне нужны магии. О, что-то интересное. К поезду со всех ног мчится загадочная фигура, которую по пятам преследует крылатый. Некогда объяснять, возьмите и спрячьте это ради меня. Мне нельзя сейчас попасться с этим, поэтому я вернусь позднее, не переживайте. Впоследствии я вас щедро вознагражу. А теперь вперед! Возьмете что-либо у этого странного незнакомца? 3 свечи. Ваше пекло получает 3 урона, если ее не сыграть, да? За 1 манны. Заберите что-нибудь позднее. Мне нельзя это брать. Ну я возьму, я жадный. Мне интересно, что это нам даст. Просто интересно, что это нам даст. Взрываются дважды. О, боже мой. Это очень плохо. Это супер плохо. Ультра плохо. И опять мелкие. Да вы достали. Да вы серьезно достали. Мне вас нечем убивать. И здесь нечем сейчас убить. Поэтому я не могу полутьму поставить. ХП. На 10 хп она умирает. Это тоже умирает. Нет, я как бы могу поставить здесь надзирателя, дав ему улучшитель стали. У него останется 3 хп. 3 хп. Полутьму можно было закрыть мелким. Кого? А, взрывами-то. Ну это так себе. Зачем шар убивать? Да незачем. Ну, как зачем? Чтобы выставить надзирателя. Чтобы он стоял хотя бы. А, так у него нет защиты от урона, он умрет в любом случае. Он защиту от урона получает только при пожирании. При выходе у него его нету. Путы. Мульти в удар, призыватель. И у меня ни одного заморыша в руке. Акувка сюда. И сейчас дедал бомбу на втором этаже оставит. И как я буду спасать босса, я не знаю. Ну, мне нужен сейчас спелл, который наносит урон. Иначе ГГ. И он пришел. Повезло.
призывает мелких. Смотрите, здесь можно двух заморышей шахтеров поставить сейчас. В теории. Балласт, конечно, очень мешается, пагубник. Можно вот, можно шахтеров крутых выставить. Двоих. А можно выставить Творца. Не, давайте Творца пока одного поставим, пускай он сам забафается чуть-чуть. Здесь надо 10 хп. Здесь точно надо 10 хп. Плюс пожирал его, отлично, он даже восстановит чуть-чуть хп. Теперь мы его поставим так, чтобы он мог упасть вниз. Поэтому делаем так. Есть ли смысл ставить вниз еще одного стюарда? Можно сделать так, чтобы стюард пожрал чуть-чуть, а не этот чел. Плюс 3 хп. Типа... забавный стюард звучит не так уж и плохо. Хотя бы... это какой-никакой, но дамагер. Сюда можно урон накинуть, но... блин, надо героя качать, чтобы он не умирал. Не нападает, не нападает. Хорошо. Справились. Чтобы стюард упал, найс идея. Да какая разница, упадет и упадет. Мелкие. Мелкие с ускорением. Мерцание есть на мелких. И есть обрушение. Прямо сейчас. Можно дать герою 3 поглощения урона, но зачем? Ну, стюард будет один слот занимать. Хорошо. 6... Да, он будет занимать один слот пожирателя, но ничего страшного. Так, а герой не сдохнет, если я лучника здесь поставлю? Не, не должен. Все, хорошо. Поглощение накладывает 0. Классно. Проблема в том, что сейчас Дедал двойную бомбу кинет. И вот на этом герой может сказать, что он F. Блин, дурацкий лучник, слышишь? Он наверх ее кинул, боже, какой он классный. Спасибо. В ярости. Босс под ускорением сейчас придет. Вот очень надеюсь, что босс придет не с ускорением. Иначе я очень кекну. От этого. Очень кекну. Свечи дурацкие. Если убить ускоряющего, ускорение не будет. Так не факт, что у меня будет чем убить ускоряющего, понимаешь? Все, ускорения нету, все нормально. Их можно еще обрушить к тому же, чтобы их здесь убили. Ну, минус стрим, да нормально все по стриму, успокойтесь. Че, обрушать? Не, ну здесь обрушать не очень круто, вот этих обрушать надо. У них путы.
Де пута! Кто б мог подумать, да, что путы настолько говно? Будут в третьем этаже. Блин, такой подной катки у меня еще не было, конечно. Давай, дедал, сюда. Ну ты сдохнешь, 100%. Канасуба. Еще и жрет каждый ход. Дедал не успевает ему столько урона наносить, сколько он жрет. А, нет, они не самонят после каждого. Они самонят после окончания боя. Все, я понял. Окей, песня заклинателя. А, это охренительно. Круг жизни усиливает бойца на плюс 10, добавляет 4 шипа. Очень слабо. Воля Диколесья просто позволит восстанавливать фул здоровья героя, которого ему не хватает здоровья. Ну, я думаю, что песня заклинателя сейчас должна в мидгейме мне затащить. Хоть как-то. Надо брать. И да, да. Скашивательница. Скашивательница. Поехали, отшельницу берем. Место. Мана мне не нужна, у меня дешевые юниты все. Место берем. Будто бы хорошо сыграли, если ты смог героя на третий ход этаж поставить. Да, но я не мог. Вы же помните. Продавец стали, нестабильный вихрь. Мне очень нужен продавец стали. Важнее, чем продавец магии, потому что хорошей магии у меня сейчас, ну, по сути, нету. Обрушение есть, чтобы удешевить его. Песнь заклинателя есть. Не, мне точно нужен продавец стали. 100%. И заодно еще знамя пробужденных. Так, темная кузня. Начнем с этого. Обжорство еще больше. Либо призыв плюс 2 на этом этаже. Плюс 2 размера. Не, мы дальше жрем. Мы дальше. У нас герой в третий слот всегда идет. У нас герой всегда идет в третий слот, а вот пробужденный пустой, возможно, пойдет в первый. Может быть, шипастый в первый пойдет. Во второй рассекательница. Дроу лучше, балласт свечи, ну такое. Не, ну это да, но... Колючка в первой или здоровье в... куда-то. Я не глянул улучшение, надо было глянуть улучшение вначале. Знал бы, кого брать. Потому что вот этому, например, мультиудар хорошо заходит. Танк. Так они оба танки. Ну так. Более стабильный, мне кажется. Мультиудар. Хорошо. Хорошо. Это прям. Это прям отлично. Поехали. Мультиудар идет. Так. Сюда. В пустого. 5 здоровья, 10 хп сюда. 5 здоровья, 10 хп. 4 хп, да, 4 здоровья, 4 хп. 25 хп, наверное, в него сразу же. Скашивательницу, на нее нельзя мультик давать. На нее первый удар нужен. Вообще 25 хп надзирателю горнила неплохо зайдут. Но его как-то надо проап... Не, я ему возьму. У меня с... он будет очень сильным.
Так, уничтожаем карты. Уничтожаем. Я очень хочу производственные риски убрать. Они такие бесполезные. Но в том числе стюарды бесполезные. Начнем с одного стюарда. И, наверное, ну, блин, они хотя бы ярость дают. А не, это фигня полная. Мне эта мана не нужна. Но опять же, стюарды полное говно. А эти хотя бы две ярости дают. Добавляют в руку уголек, убери. Это что именно? Бойцов врага при входе накладывается защита от чар. Они и так танковые, насрать на них. Манна щит может удачно зайти. Да, там есть спеллы, которые могут сработать. Так, ну поехали. Говно рука, конечно, полная. Полная говно рука. Они срабатывают после боя, решимость получают. То есть они к третьему ходу, у них будет 18 атаки. Ну, 8, 16 в сумме. Ладно, герой точно на третий. Тут, наверное, даже нет смысла думать. Проблема в том, что этот челик умрет, если я его выставлю на второй. Бесполезные стюарды в руке. Ну так он хотя бы кузьбанет. Давайте его выставим. Их выставим сейчас на первую локу. Что вы такое? Это хилер, это челики. Ага. О! О, отшельница на второй! Отлично! Отшельница на второй! Под пробужденного! Все, GG. Все, похоже на победную. Отшельница плюс пробужденный. Чтобы танчил. А сюда двух магов. Наоборот, надо было. Так, он еще удар нанесет. А сюда еще одного стюарда. Просто избавляемся от них. Все, это вин. Терн могли прийти под бафом тем, но сейчас будет не на кого возможно давать, если кричи будут приходить в первых руках без бафа. Так, что дальше делаем? Можно вообще скинуть их, как кек. Можно этих скинуть, кек. Можно сейчас мага убить. А, у него тоже защита от вилки. Так, начнем, наверное. Хочу ли я скидывать их вниз? А герой вообще справится с вот этими всеми? Нет. Ему надо, чтобы один остался, чтобы он его добил. Хотя здесь 10 на 2 урона есть еще. Ну, предположим, герой убивает первого, а потом здесь приходит 25 урона и 6. Не, фигня. Нельзя скидывать, пока нельзя. Ну, хиляем центральный этаж, значит. Давайте начнем тогда с мелких. Заморож на плюс 1 манны. Хорошо. А кому мы даем ярость? Ему же даем ярость сейчас. Потому что я могу. Сюда же хил. Сюда же хил. Все, пас. Угу. Здесь потихоньку стюарды дохнут. Чистят нам стол. Они там чистят. Прикол в том, что нет, я могу еще на один уголек сыграть. Я могу вернуть уголек и потом сыграть на него поглощение, сделать его 20-20, и он будет танчить.
Это можно сделать. Можно давать вот так? Нет? Так, союзнику. Защита от чар ломает путы. Пробивает путы, кстати. Это круто. Так, здесь либо тебя апать, потому что у тебя двойной удар. Либо героя, потому что это герой. Тебя, конечно же. Производственные риски. Можно не давать вообще никуда. Можно дать две ярости сюда. А я тогда меньше маны получу. На следующий ход. Не, нафиг. Герой, кушай, кушай, кушай. 27 хп очень мало. Тебя еще хилять каким-то образом. Краткая передышка, спасибо. Вот, разделитель тень. Блин, мне надо хилку юзнуть, наверное. Видимо, вместо улучшателя стали. Сейчас буду сюда юзать. 26. О боже, он не умирает. Придется апнуть кого-то. Значит, придется тебя апнуть, чтобы этот умер. Да. Хотя у него и так путы. Я на следующий ход еще разделитель теней сыграю. Стоп, мне надо, чтобы он замешался в колоду мелкий. Мне надо, чтобы мелкий замешался в колоду. Пожирание, да. Какой приятной игры, давай, Слипи. Вообще баф у тебя, конечно, единичкой такой себе. Ой, не знаю. О, уже босс, ничего себе. А чего у босса, кстати, упорство, защита чар? Ага. Сумрачный натиск. Три урона, можно этого убить. Исполнить сюда два мелких. Но это будет плохой плей. Думаю, что мы призматическую пыль просто на босса кинем сейчас. Чё он 8 урона получает, но настолько же хиляется. Вот этого еще хилить надо. Босса 105 урона, он уничтожает этого. Все, так и сделаем. Чем больше у босса КП, тем легче он убивает его. Slay Spire с новой графикой. Slay Spire, да, с тремя слотами. И вот он вернулся, сумрачный заморыш, вместе с единичкой дурацкой. Взял, блин, песть заклинателя, как всегда. Как всегда. Есть с ней проблемы. Можно, кстати, здесь единичку урона втанчить сейчас. Взя. Ох, как же он жрет, как же он жрет. Да, легкое убийство. Босс еще и 3 хп получит. Ох, пожирай. Печная задвижка дает 4 ярости, дает 1 мультиудара навсегда, накладывает 4 поглощения угля, мультиудар на героя, активирует поглощение заморышей, взрыв шахты тоже прикольный, мне урона не хватает. Я думаю, что давать герою ярости мультиудар, 4 поглощения угля, ну каждый ход на одну ману меньше, ничего страшного, наверное. Пир? Да чё мне этот пир? Они же поглотятся. Я же не смогу их риснуть. С другой стороны, можно тогда поглощать боссом. Избирать снова. Хиляться угольками. Это тоже... Не, это прикольная штука. Это прикольная штука. Блин, возможно, я не буду брать мультиудар все-таки. Хм.
Блин, ну вот эта штука крутая. Мне она нужна. А у меня на нее маны нет. 4 поглощения, отнимут 4 уголька. Нет, смотри. А это будет на 4 хода 2 маны. На 4 хода у меня будет всего 2 маны. Вот как это будет работать. Или нет? Не-не-не, это же на одного теряется в начале хода за каждый слой поглощения угля. Начинается... А, нет. На next ход 0 маны, потом снова 0 маны. Не, что-то задвижка какая-то слабенькая. Да, за каждый слой. Не-не-не-не, давайте ее не будем брать. А вот хочу ли я брать пир? Да, да, эта задвижка была бы такой себе. Это позволит освободить стол с героем и закинуть туда еще мелких немножечко. Здесь чем плюс один ману? У меня есть, но это тупо. Наложение шипов на союзников наносит плюс 1 урон за свой. Нельзя тотем брать. Шипы. Вот это круто. Вот это очень круто. Кардроул. Ты вернулся. Загадочная фигура возвращается, но уже более уверенной походкой, чем при прошлой вашей встрече. А, мои верные друзья. Как же приятно свидеться с вами вновь. Прошу прощения за свою неучтивость. В прошлый раз на меня поджимало время. Меня зовут Данте. Я собираю редкие артефакты и успел изрядно досадить всем этим крылатым к вашим услугам. Хочу поблагодарить вас за то, что выручили в час нужды. Благодаря вам мне удалось сбежать от этих невыносимых созданий. В знак признательности за оказанную поддержку я готов присоединиться к вам, если вы, конечно, изволите. Получите... Накидка Данте и коварный Данте. Плюс 2 магической силы за каждую карту пагубник в вашей колоде. Хорошо. При активации дает слой мультиудара за каждую карту пагубника в вашей колоде. То есть один мультиудар у него минимум точно будет. Ну что, у меня есть один пагубник. Думаю, мы с вами сработаемся. Подождите, а он же забрал свечи? Я очень надеюсь, что он забрал свечи. Потому что иначе у него будет 5 мультиудара, да? Свечи ты забрал? Он не забрал свечи. Вот тварь. Мультиудара у него будет много. Осталось понять, как его заапать. Это очень сильный боец. Данте. Накладывает 4. Можно зайти к продавцу стали. А свечи сжигать их нельзя скинуть, по-моему. Нельзя уничтожить. Продавец магии. Мне все еще нет особо хорошей магии, которую я хочу апать. Разве что пиздец. Не, мне надо к стали идти. Мне точно надо к стали идти. И апать этого самого Данте. Вот оно. 15-40 плюс 1. Данте с 4 атаками. Все. 18-50. С... 4 мультиударами, то есть он бьет 5 раз. Еще это на отшельницу круто, но... Плюс 5, плюс 10. 23,60. Ему бы первую атаку еще сверху, или пробивашку какую-нибудь. 25 здоровья. 25 здоровья, так и быть, дам пожирателю. Я не знаю, отшельница 13.50, ну, вполне неплохие статы. Видимо, она будет без первого удара уже. Вот этому можно дать плюс 5 урона, он будет по 30-ке бить. Хочется ему просто плюс 10 урона добавить. Давайте отшельницу обнем тогда на здоровье, обновить карты. Мультиудар плюс 1. Ну, ему он не нужен, явно.
Нанести удар творцу второму. Так, есть... Можно червю дать две атаки. Что тут еще? Плюс 4 к шипам, плюс 5, плюс 10. Шипы. Все как-то слабо. Вот этому, кстати, шипы звучат круто. Ну, бать шипами, напавший на него по один урон за слой. С учетом того, что у него есть защита от урона, вот это вот. Ну. 5 атаки Данте, ему каждый атак важен. Дамаг важен, да, это правда. Творец заморыш. Я не хочу... Ну, можно ему дать дабл-атаку в теории. И 5-10. Будет он на, 2, на 10 урон наносить. Третью атаку сюда? Не. Очень хочется попробовать сюда дать этот... Сюда дать шипы. Я сомневаюсь, что эта штука будет хоть чем-то, хоть что-то жрать. Ей нечего жрать, понимаете? Но лучшего применения шипам я все равно не найду. Так и быть, я дам мультиудар существу с 0 атаки. Все может быть, когда-нибудь он может запаться. Уничтожение карты. Стюарды, валите отсюда. Это уже фейл, да? Нет, это жнецы смерти. На бойцов врага при входе накладывается 15 брони. Дает 10 брони при убийстве. Мелкие угасания, да, 2 атаки союзника. Да, конечно же, да. Хорошо. Ой, говно, рука, ой, говно. А вот и Данте. Here comes Dante. Так, песня заклинателя. Поехали. Стюарт 25-28. Ей. Призывает в эту комнату сумрачного и лавового. Ставим его в первую, нет? Под танком Стюардом. Так, ну... Блин, здесь еще и коллекционер, которого я не могу пробить. Ну, как всегда. Как всегда. Поехали. Он полностью убивает танка. Это круто. Это очень круто. Что творит? Свечами своими кидается. Прикольный герой. Так, призыв заморышей. Есть отшельница. Плюс 27, что? А за смерть каждого юнита. Я не могу призвать сюда мелкого. Нет, он уже заспамил стол. Ноу! Кажется, мне вот этот чел сейчас уничтожит мою базу. Да? По 13 урона наносят. Ну, хоть что-то. Окей. Создайте копию. Значит, можно этого забафать. Либо бафать Данте после того, как умрет Стюарт. Давайте мелкого апать.
Через волшебник внизу, где он его взял. Ну, там и взял. Так. На случайном ивенте он нашел 9 урона. Блин, жесть. Ну ладно, сердце должно справиться. Сердце справится, но будет больно, конечно. Шельница на второй. А куда я повелителя заморышей буду ставить? И ждать не варик. Да понимаешь, она мне... А на первой ждать, пока Стюарт сдохнет, да? Можно, можно, в теории. В теории это неплохой бой. На самом деле. Сыграть его теперь сюда. И как только умрет Стюарт, мы будем бафать Данте. А сейчас просто заморышей сюда. Мелких. Да, здесь, конечно, беда. С героем. Один хп. Стоп, а там же путы. Боже, как хорошо, что там путы. Я забыл о них. Фух. А хорошо ли? Ты жив? Ты жив. Все, нормально. Так, троечку теперь не поставить, к сожалению, да? Не, я, конечно, могу хильнуть здесь, но это тупо. У него что-то жопа какая-то, если честно. Все равно. Давайте начнем с ярости. Нет, ярость потом. Мы сейчас сюда еще новых призывать будем. 11 урона. Но надо хиллера убить, видимо, да? Надо хиллера убить. Так, поехали. Сейчас все придумаем. Сейчас все придумаем. 4, 5, 6, 7, 8. Да? Да, то есть я могу 2 мелких задровать. Проблема в том, что они могут... Заморыши дохнут, он хилится. Да, я понимаю. В итоге он, да, получит 20 брони. Но герой получит 15 атаки. Так что это стоит того. Это точно value play. Да чего ставь? Да я не могу его поставить. Если бы мог, с радостью поставил бы. Главный вопрос, ставить ли вот этих двух сейчас наверх. Можно, потому что я им еще ярость дам, и они десятку урона впишут. Вот это еще удар хороший. Потому что я его убиваю, не? Не. Можно, кстати, сюда дать ярость. И он нанесет 8 урона. Тут будет 6 урона, но даст ему 10. Но даст ему. Ага, то есть я могу вот этого мелкого выставить все-таки. Хилы нужны, не особо. Урон нужен, хилы, урон. Хилы, урон, нет. Десятка! Вообще, может, и нужно. Ничего не дает, да? Ну это просто дамаг, это хорошо. Так, дальше, мелкий заморож. Я понимаю, что это плохо, но сейчас мы на него производственные риски кинем, все будет нормально. Теперь у нас, кстати, мана появилась. Сыграть еще тебя. Свечу. Можно еще вот этого сюда разыграть, но не, не.
Хотя 10 брони, 41, 27 у него остается. Не, надо, чтобы его с одного удара сердце убило. Нормально, нормально. Сыграли. Тяжело было, но сыграли. Краткая передышка. Обрушение. Я могу всех этих обрушить, но... Мне не очень нравится эта идея. Героя похилить на десятку. Фига у меня манны, конечно. Это за что у меня плюс 2 магической силы за каждую карту пагубник? Понятно, да. Об этом не забывайте, кстати. Желательно. А вот и босс. А, нет, он нанесет по нему 0 урона. По ней. Данте, Данте, как же так? Как же так? Этот еще и не сдохнет, к тому же. Но он в путах. Данте, Данте. Поглощение. А, не поможет. Раз, удар. Так, три удара засейвит. Ну, мы можем засейвить три удара. Давайте подумаем, что это даст. Потом у нее еще 5 ударов. 5 на 13 это 50. Данте все равно мертв. Дебильный босс. Обрушение? Обрушение ничего не дает. Тоже. Спусти со второго... Они спустятся назад. Если бы они спустились вперед, было бы классно. Но нет, так нельзя, к сожалению. Я думаю, здесь герой выиграет. Здесь герой должен выиграть сейчас. 100%. Нет, но урон нанесет не... Так они и так на втором этаже нанесут урон, какая разница? Здесь урон еще здесь. Да, стример не подумал над боссом. Надо было Данте во вторую локу ставить, а шипастика в первую. Но там... Там мне некогда, по-моему, было это делать. Не знаю. Ладно, я уверен, что мы выиграем. Надо просто сыграть. Блин, я думаю, что я не могу здесь играть. Поглощение. Мне надо свеча, улучшатель стали, чтобы хоть 6 урона здесь добавить. Ой, как бы... Незаметный босс. Чё началось? Сейчас она от шипов, кстати, здесь получает, по идее. Так, тебя бы убить уколами. Я могу в него кинуть укол и сумрачный натиск. Не убьет, но подамажит. И потом мелких здесь поставить. Вообще не, убьет. 13 плюс 11, убьет. А, броня, броня, откуда здесь броня? Ноу, я не увидел броню. Fuck you. 11, не хватает. Целебный пир здесь не изнуть. Кусок говна. Говно, говна, мне надо убивать мелкого. Какого из? Того, который здоровье дает или атаку? Того, который атаку дает, я думаю, что... Плюс один хп и защита от урона. Это то, что надо сверху. Это надо снизу. Сейчас мы здесь еще похилим. Может быть, это, кстати, босса. Босс очень много урона нанесет. Хотя нет, там шипов мало. Можно еще поглощение в теории, конечно, сделать. Зачем?
Ничего полезного не даст. Одну защитку от... Ну, блин, а вообще этого забафать нижнего... Не, фулбаф в босса. За. Убьешь? Убьешь. Молодец, красавчик. Малявки! Окей, еле справляемся. Тяжело идет ран. Очень тяжело. Еще одно обрушение, еще один пир не очень. Клад самоцветов. Накладывает на союзных бойцов защиту от урона. Добавляет в руку 3... Ну, блин, ну за 4 маны. Как я это сыграю? Как? Как? Кек. Что за жопа какая-то? Годится, да, вот. Но у меня все еще нет хороших спелов, которые я хочу удешевлять и все такое. Косметическая пыль, это дурацкая. Не, скип. Я не сыграю этот спел. Никогда, скорее всего. Подожди, колеси, берите все каждый ход. Вот это интересно. Сунь девятку дает одну манну. И возьмите влезание на ход. Либо путы. Прививка интересная. Прививка хорошая. На прививку. Куда мне манну? А, ну опять же. Путы и так есть. Да, и так путы есть на третьем этаже. Страж диколесья. Что ты такое? Что ты такое? Плюс одна карта каждый ход. Интересный товарищ. Место только занимает. Давайте прививку возьмем все-таки. Блин, мне надо спеллы попать какие-то. У меня нет хороших спеллов. Есть продавец артефактов, у меня на него денег нету. Есть халявный артефакт. Адская штольня. А знаете, что мы сейчас скопируем адской штольней? Данте. При каждом накладывании дает плюс 1 дополнительный шипам. С вероятностью 50% меняет местами переднего и заднего бойцов врага, когда они входят в ваш поезд. У меня слишком мало шипов, чтобы их накладывать. Вот что значит при каждом накладывании? Это при каждом накладывании шипов? Или при каждом накладывании бафа какого-то, любого, который дает, я не знаю, плюс 3, плюс 3? Когда герой жрет юнитов, он будет шипы на себя получать? За слой... На английском языке можешь проверять там формулировку при каждом наложении шипов, бонус шипы, ясно. Короче, вот это берем. Звучит круто. Ну шо, адская штольня. Поехали. Данте, сюда! Аковка, сюда! Данте? Тебя нельзя скопировать? Ты что, типа герой? Не, я тебя просто не нашел. Так, скинуть две карты. Меня очень бесит производственные риски, но вот прям супер редко они помогают. Стюарда не хочу выкидывать по одной простой причине. Хотя, блин, песнь заклинателя. Не, я думаю, что я не буду уже стюарда держать. Даже для песни заклинателя. Нафиг стюарда. И...
Улучшатели стали. Можно один разделитель теней или одни ириски? Че, это дает одного маленького заморыша. Все. Все. Это все, что делают эти чары. Что это такое? Это говно. Поехали. Так, это фэл. Это фэл. Ее союзники добавляют вашу руку и колоду карты плеть. Ну, будет мешаться, конечно, но переживем, я думаю. Сейчас Данте все уничтожит. Просто все уничтожить должны. Мультиудар, призыв заморыша, создайте его копию. Хорошо, принято. Поехали. Ты. Сразу же ты. Сразу же ты. Консервированные шипы. Кого бы убить? Это и так сдохнет пока что, да? Давайте нижних, нижнюю потом, центральную. С два хода умрет. Данте удаляет, это слишком легко. Спасибо за совет. Да. Теперь можно было героев... Нет, он бы сдох. Давайте нижнюю попробуем убить. В центре я все равно ОЕ, скорее всего, кидать буду, да? Чвяк-чвяк. У меня самонеров мало в этом раунде, ну, в этом прохождении. Вот он, коварный Данте. Ну что, в первую его? Сейчас, кстати, очень нужен разделитель теней. Как бы я ни говорил, что эта карта говно, она на самом деле нам сейчас очень много дает вот здесь. Вот так. Так, первого Данте, ну давайте в первую, да, что он там? Единички урона получает, ясно, понятно. Он всех убивает. Он просто все. Он даже по фэл наносит единичку урона. Что? Бафаем его. Бафаем его. Да его, конечно же, боже, Данте, иди сюда. Масуху юзай, масуха на втором. Вот этого убить. Дамагера. А, на десятку вписывает. Хек. Можно и здесь, кстати. Тогда он много урона напишет фэл. Звучит неплохо. Да, имба. 84 урона фэл, как он такое. Сейчас Данте на двух этажах просто убьют файл за пару ходов. Поехали, кидай в нее свечи. Ты здесь рейд-босс или она? Камон. Я-то знаю. Ау, ау. О, он убивает только одного сейчас, да? Творец. Отлично! 20x2 творец. Сюда. В теории его можно также под Данте кинуть. Будет давать ему здоровье. И урон. Эх, какой тяжелый плей. Нет, не тяжелый. Выставить перед ним танка, девочку. Можно два Данте на стол? То есть тут реально нужен танк какой-то снизу. Возможно, это будет пробужденный пустой. Может быть, это будет надзиратель горнила. Не, давайте АУЕшку на второй этаж все-таки кинем. Сюда ему танка какого-нибудь добавим. Стараемся не получать урона.
это не Данте, это на самом деле Вергилий. Простите, было больно? Ну, то, что ему пока что здесь урон вписывают. И второй Данте пришел. Ну, вот я хотел ему танка добавить, я ему добавлю танка. Еще можно, конечно... Нет. Все, места не осталось на столах, да? Не влезет на 3 маны. Так там 6 мест же было, да? Дайте мне свободу! Удар x5. Как же не хватает ярости. Как в прошлой катке. Обрушение. Что здесь про хил сделать? Что-то я здесь дамага получаю, да? Не хочу. А, надо было свечу убирать, кстати. Она 3 урона, а покаяние 1. Походу, у меня опять герой X3 обжорство будет. Кстати, второй этаж на первый. Кстати, это реально сильно было бы. Может быть, это был бы хороший ход. Но чуть попозже, чуть попозже. Блин, у меня нет прохила за 0, который был бы очень имбовый. Хватит, блин, вы сейчас убьете бедного танка. Не убьют, кстати. Поглотитель получает кражу жизни. Хорошо. Можно дать это герою фул поглощение. Сожрать здесь. Дать поглотитель кражу жизни здесь. Ну... Это просто ему 2 урон дает. Не, зачем? Я думаю, что такой себе плей. Ну просто так пожрать можно. Надо было. А, стоп, надо было этого пожрать, чтобы это Тян успела подхилиться. Она же Тян. Она похожа на Тян. Фух. Блин, бедный танк. Просто умирает. Ноль урона по фейл. Не хочет получать урон. О, она пришла получить урон от босса. Так. Проблема в том, что... А, я могу получить одну ману. То есть он выживает, слава богу. А то мне его так жалко было. Поглощение дает мне больше урона по ней. Не сильно много, кстати. Блин, мне кажется, мне мана нужна. Какой-то трешак на 3-м этаже, а они тусуются, нормально все. У них весело. Последняя волна, привет, файл. Я могу дать здесь 3 неуязвимости, но что мне это даст? Я могу обрушить. Обрушить — это победа, скорее всего, на 1-м этаже. Да, да, победа. Ну, блин, это просто... Просто имень. И то, она доходит до последнего Данте. Жесть. Давайте ускорим. А-а-а-а-а-а-а.
хорошо. А, я не могу... Остановить игру нельзя, да? Блин. Я хотел остановить. Сейчас. Роутинг. Не успею. Ладно. Потом сделаем. Ну, хотя потом может не случиться. Так, заклинатель осколков. Наложение шипов на союзников добавляет плюс 1 урона за слой. Но у меня нет столько шипов. Круг жизни. Усиливает бойца на 10, добавляет 4 шипов. У меня нет столько манны. Наносит переднему вражескому бойцу 30x урона плюс 8. То есть, по сути, ну, 90. Вот это выглядит еще ничего так. Чтобы, когда ману некуда сливать, это можно юзать. Я думаю, что мне нужно манну взять. У меня слишком много проклятий в руку приходит, которые мне приходится тратить каким-то образом, скидывать. Не могу размеры сейчас взять. Серия побед какая? Или уже успел проиграть? 5 побед вроде бы. Не проигрывал пока. Так, 20 хп пекла, продавец магии, дары, выкидывание ненужных бесполезных карт, продавец безделушек, артефакты. Это классно, тайные пещеры. Вообще, продавец магии, конечно, звучит круто. Если я здесь, пойду к продавцу стали. Нестабильный вихрь, забытые товары. Останки пепла. Артефакт мы еще в конце получим. Правильно? Давайте к продавцу магии. Сходим. Герой. Поглощение 3. Обжора 3. Спасибо. Отлично. То, что нужно. Мы это уже проходили, это будет очень круто. Недобиток. На что я хочу недобиток? На производственные риски. Как бы странно это ни звучало. На целебный взрыв. Чтобы всегда у вас была возможность похилить юнитов. Либо можно улучшатель стали за ноль юзать. Как вам такое? 18, X, ну, X5 там не будет, но... Это как минимум отхил. Бафы в Данте. Бафы в Данте мне тоже нравится идея. Вот это тоже круто. За ноль. Это плюс 8 урона просто или плюс 8 урона X? Наверное, просто плюс 8. Мерцание? Нет. Нет, тоже, кстати, ну, прикольно, но нет. Ладно, давайте улучшатель стали. Бесконечный и бесплатный улучшатель стали. Можно уменьшить стоимость обрушения? Нет, тупо. Прививку норм. Не-не-не. Ну, кстати, прививка тоже норм была бы. Блин, ну не знаю, надеюсь, еще один недобиток придет. Так, плюс 10 к магии. Куда? 18 говно, плей, 20-ка. Либо на натиск 21, либо на мерцание. Это, наверное, мерцание апнем. Я говорил, что оно в лейте говно, но оно еще норм. Улучшает чары на удвоение. А, сейчас бы 6-6 мог выдавать каждый ход. А, не накладывает эффекты состояния. Не мог бы, не мог. 6 неуязвимостей на босса. А здесь другого варика нету. 6 неуязвимостей на босса. Или даже 8, возможно. Может быть 10. Это обрушение использовал один раз чисто по фану, вообще удалил бы его. Ну, сейчас... Нет, обрушение классно. Две регенерации, говно. Двоение сюда. Улучшает чарь, добавляя 10 силы магии. Это, наверное, все-таки на сумрачный натиск. Блин, можно взрыв, чтобы больше здоровья хилял.
Не. Не, и так хватит. Стоимость чар на один уменьшаем. А, ну, это должен быть... Почти без разницы. Спуск один раз используется. Его уменьшать стоимость нет смысла. Прививка может... Топчик. Можно без заклинателя. Он тоже один раз используется. Одну карту можно уничтожить, да? Давайте что-нибудь выкинем. Как ни странно, разделители теней на самом деле мне нужны. Мне кажется, пир вообще не работает. Вот просто не работает. Он просто мешается. Его некогда юзать. Нет, он может работать, но это такое себе. Он одноразово апает здоровье боссу. Ну... А теперь уберем. Поехали. Сейчас танки, по-моему, будут, да, горгульки? Не, не танки. Главные проводники, враги не босса, получают 8 атаки. Но они, у них очень много атаки, кстати, будет. Дает мультиудар. Ой, ёпта. Усиляет бойцов. Неприятный усилятель. Ну, я обязан, блин, 400 золота. Камон. Нельзя, не. Артефакт сначала посмотри. Я что, что-то пропустил? Нет. Забытые дары продают смай. Нет. Ёпта, еще и танк с мультиударом и мощной атакой. Это похоже на вуз. Не, я могу здесь аниму сейчас поставить, отшельницу, вернее. Ой, что дальше? 32 урона плюс... Что? Кажется, это похоже на вуз. Кажется, атаку им добавлять было... Ну, нет, я сейчас могу убить даблстрайкера. Мне просто нужен спелл на урон. У меня есть спелл, но у меня их мало, но они есть. Сумрачный натиск. Повезло, повезло. Да. Я тебя поставлю, ты дохнешь. Тебя поставлю, ты тоже дохнешь, да? 50 хп. 6, дам. Все верно. Ту-ту-ту-ту. Разве что выставить заморыш. Не. Поглощает единичку урона, поглотитель получает плюс 3 к атаке. Да, первая атака была бы здорово, конечно, но ее здесь нету, поэтому... Жесть. Просто надо дождаться, пока герой забафается. Но, блин, самое плохое, что герой тапает атаку, а не здоровье. Его все равно мультиудары убивают. Кто же знал, что здесь мультиудары будут? Блять, бафер на мультиудары в каждой локе. Что ты такое? Если я ничего не делаю здесь, я ничего здесь не делаю. Этот челик убивает мое сердце. Не, не убивает. Но он наносит ему много урона. Давай.
Шипы, кстати. Стедин очень опасный плей, но, возможно, он не так... Скинуть босса... Нет. Путы на этаже. Кстати, да, боже, там путы, слава богу. Стоп, а это проблема на самом деле, в теории. Не знаю, я не знаю. Так, ладно, это мы точно играем. Капец, он урона получает. Играю ли я сейчас? Здесь 10 хп можно восстановить, это будет круто. А может, не будет. У меня босс умрет на следующий ход, понимаете, в чем проблема? Если я его не скину вниз, а этих не отправлю умирать от сердца. Поглотитель плюс 3 к атаке. Можно еще мелких как танков использовать. Типа вот так вот. Или дать этому Данте плюс 3 к атаке, или этому Данте плюс 3 к атаке. Где ДБД, где-то они на этом стриме. Может, она выживет? Не, она не выживет, но так лучше. Атакеры! 17 на 5, как же мало. Ты хотя бы этого птица убьешь? Да, этого убьешь, один мультиатакер остался. А, вот здесь, да, все, наверху просто ГГВП. Если мне сейчас не придет хил и 20 урона, я не знаю, что я там делать буду. А он пришел. Он пришел, мерцание. Мерцание, спасибо! И то это, оно мне почти не очень много еще дает. Нет, нет, герой выживает. Герой выживает под мерцанием. Должен. То есть у них остается 32 урона. 16 плюс 16, 32, у него 33 хп. Да. Мало, надо его убить. Надо его как-то убить. Видимо, уколами его затыкать. Уколы мало урона тоже дают. Этого Данте сейчас надо хилять. И здесь надо один укол юзать. Чтобы у них мультиудара не было. Создайте его копию, призвав на этот этаж заморыша. Куда же мне копии ставить? Ну, его можно в... Не, его в качестве танка плохая идея. Ставить у него мультиудар мощный. Заморыши здесь могут танчить потом. Если они придут. У меня мало карт, которые дают заморыши. Вон две есть. Еще укол. Да укол-то... А, здесь укол еще один. Да, да, красиво, красиво. Хорошо. Делаем так. Та-ра-та-та. Может быть, сейчас передышка будет? Очень надеюсь сейчас на передышку. Поехали. Можно было вот этого убить. Хотел почему-то на этот на урон пописать, не знаю. Да, можно было этого убить снизу. Тогда бы этот Данте меньше урона получил. Не хилы нужны. Срочно нужны хилы, и тогда я вытащу. Прошел все-таки, тварь. Вот почему я ему урон, кстати, хотел написать. Краткая передышка. Да. Да! И хилы как раз. Пара-п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 а-
Ты умираешь, но мы тебя спасем сейчас. Более того, можно... Ну, прививка фигня. Хочу ли я дать в героя сейчас кучу призматическую пыль? Нет, я хочу все разыграть в этой игре. Я сейчас хочу разыграть все карты. А в героя ли? Хороший вопрос. Кража жизни и этих два призовется, да? Плюс 3 хп. Кражу жизни можно 2 штуки дать. А такой боец кражи жизни восстанавливает свое здоровье, соответственно, нанесенному урону. У него как раз один слой останется на следующий ход кражи жизни. О, 123-41 босс, да. Самый плотный... Блин, мультиудар. А, он засвапался. Наконец-то, эта штука работает. О боже, эта штука работает. Призматическая пыль, если прямо сейчас ее кинуть. Что она мне даст? Для начала мы кинем производственные риски, да? Единичка, еще мерцание надо убить. Я думаю, что это вин, если я кину призматик пыль. И ярость можно дам-то дать тоже. Но мерцание надо юзнуть обязательно. Сколько урона? А он уже его убивает. А я ему еще пыль хотел давать. Десять защиты от урона. Удачи, чувак. Удачно подраться. На тебе, петух. Свечками его, свечками. Хотя он какие-то фростболты кидает. Клад самоцветов. 4 манны накладывает на бойцов, защита от урона добавляет в руку 3 заморышей. Мне нужны заморыши сейчас. Поглощение добавляет ваш сброс, 3 карты добытый уголь. Добытый уголь. Поглощение дает 2 манны. Не-не-не-не-не. Не. Давайте возьмем клад сейчас. Споры говно, страж мне не нужен, шипы мне не нужны. Ну, может быть, страж нужен, кстати. Не знаю. Кардровал все-таки. Может быть, страж не так же плох. Фух, лучше Данте качал на 3-м, а не босса бесполезного. Не, так не работает. Босс не бесполезный, босс добиватель. Если вдруг Данте не справится. Данте. Проблема в том, что у меня нет нормального танка. Понимаете? Только место занимать будет. Не знаю. Может быть, да, может быть, нет. Продавец магии, штольня. 3-й Данте в колоде. Как вам такое? Либо продавец стали и улучшить нынешних 2. Потому что они все еще слабые. Третий Данте. Продавец безделушек. Капризный вентиль. От 0 до 3 спеллы вы берете плюс 3 каждый ход. Враги получают минус 1 атаки. Карта стоимостью X при использовании получает плюс 3 к своему значению X. Это точно берем. У нас одна X... У нас 2 X-карты, и обе... И обе могут выиграть игру. Будем ли мы обновлять артефакты? Это мы еще подумаем. Змека? Мне нельзя змека брать. Вы че? Ни в коем случае. У меня все карты дешевые. Так, а зачем тебе 3 Данте, чтобы тащить эту имба? Ставить некуда будет. Смотрим. Чары получают удвоение. Накладывает на бойцов 2.
две защиты от урона. А плюс 10 мы можем дать куда? В прививку, в мерцание еще раз. Здесь здоровье в прививку звучит неплохо. Вот этот хил крутой. Ему тоже, его тоже надо апнуть. Давайте так. Удвоение вклад. Удешевляем клад. Обновить. Улучшенные чары получают удаление поглощения. Нет, песнь заклинателя, конечно, тоже хорошо, но... Копирую усилитель, который вот этот, клад самоцветов, или что? Можно призматическую пыль скопировать и кастить каждый ход. Даже за ноль можно ее на два кастить. Даже за ноль ее можно будет кастить на два. Вместо того, чтобы Данте копировать. Забавно. Ну, короче... Сила, наверное, в прививку. Хочу ли я рерол в магазине сделать? Или я одно уничтожение карты буду давать рерол вот в этом магазине. Давайте один дадим. Плюс два на среднем этаже. Распорки. Когда союзник получает лечение, перед ему врагу наносится урон, равный восстанавливаемому здоровью. Это тоже прикольно, но не-не-не. У меня обжорство срабатывает. Еще раз. Нет! Эх. Надо было вначале это сделать. Перед тем, как реролить магазин. А хотя, ну... 5 монет. Ладно, поехали. Убираем отсюда поглощение. Даем минус одну цену в... Минус одну цену в... Обрушение, чтобы ноль стоило. Ну, 10 чар я не хочу никуда давать. Мерцание. Мерцание крутое. За ноль будет еще круче. Какой у нас босс, кстати, Серафим? Усмиряет силы. Действительно целеустремлен. Да хер бы с тобой. Уничтожить одну карту... Я не знаю, какую. Блин, я, может быть, зря взял Стража Диколесья. Не, плюс одна карта каждый ход, это хорошо. Не зря взял, точно. Одно восстановление можно выкинуть, но они мне так нужны на самом деле. Улучшатель стали за один. Давайте одно восстановление уберем. Больше полезных карт будет приходить. Окей, штольня. Штольней мы копируем призматическую пыль. Поехали. Гордыня. Союзники при появлении получают 3 сока. А, вот он что делает. Ну, фигня. Слабенький. Так, петухи. Мне вообще не пришел маг ни один. Проблема. 10 на 2. Петух. Переднему бойцу 210 плюс 8. Очень проблема. Полутьма наверх. То, что нет пожирателей, это прям супер плохо. Плюс 8, да? Ну, этого мы убьем, петуха. Урожай. Хрен тебе, а не урожай. Это
Эта белка не сгорает? Нет, не, не сгорает. Хорошо. Ага, петухи с мультиударами пошли, пошли вниз. Это классно. Ты умираешь. Ты умираешь, это плохо. Но я могу тебя восстановить. Мне вообще мелких. Мне вообще мелкие не приходят. Восстановление его рез. Да, восстановление его спасает, кстати. Могу этих петухов убить шипами. Хотя бы одного из них. Да, при призыве слабости это, конечно, неприятно. У меня так юниты закончатся. Отшельница осталась, призыватели. Да не, нормально. Хотя бы одного петуха станчит, уже хорошо. А, мелкий был бесполезен. Ладно. Что-то пришел сюда сок кинуть. Какой ты молодец. О, оба призывателя вместе. Спасибо, спасибо. Спасибо. Все, все, победа. Ну, скорее всего. Ну, должна быть победа. Ну, точно должна быть победа. Ну, прям 100% должна быть победа. Шипы. Призыватель раз. Призыватель два. Все. Они начинают спамить для босса. Сейчас уколы еще раскидаем. Для босса, для героя. И начинают спамить юнитов. Весь этаж полный. 7 юнитов. Так, можно спасти этого пацана. Убить этого петуха. И дальше бафать нашего Данте. Второго этажного. Уа! Жри! Жри, мой герой, жри! О, опять петуха вперед передвинуло, повезло. Фу, сколько сока, мерзость какая. Блин, здесь урона нет, петух дойдет до этого. А, не дойдет, потому что... Стоп, герой умирает, кого? Сейчас мы ему неуязвимость дадим. Сейчас разберемся, или убьем кого-то здесь. Я правильно понимаю, что песнь заклинателя опять придет без юнитов? То есть у меня осталось два юнита. Это еще один Данте, которого надо будет вытащить потом как-то. Челлендж, ты выживешь? Ты выживешь, кстати. Так что тебя можно ставить. Выживет и убьет петуха одного. Едем дальше. Тебя мы спасем хилом, если убьем этого парня. Или поставим... мини-блокеров мы сюда не поставим. Сок это слишком сильно. Да, сок им сейчас, кстати, очень хорошо помогает. Здесь заклинатель не вытащит из колоды Данте. Именно это я и хочу, поэтому я не хочу ставить вот его сейчас. Вообще она не вытащит, потому что колода будет... Не знаю, что если поставить... Ну, он слабый будет. Лучше его оставить сейчас. Смотрите, здесь есть шикарный целебный взрыв. Так что он выживет в любом случае. Значит так, мы кидаем натиск сюда. Есть еще уроны? Нет, больше уронов. Кидаем сюда мелких. Дальше. Кидаем целебный взрыв сюда. Ты жив. Жив цел, у тебя плюс 14, хорошо. Восстановление. Сюда, кстати, 6 атаки добавить.
Дальше. Хочу ли я мелких спамить? Типа за единичку одного мелкого. Нет, чтобы кого кормить? Отшельницу? Тупая идея. Надо апать Данте дальше. И сейчас боссу, герою дать призматическую пыль, скорее всего. Я в него попаду? Попаду. 6 защиты от урона. Не нападает, не нападает, не нападает. Это что? Все, герой уже достаточно мощный. Никакой сок ему ничего не сделает. Проблема в том, чтобы убить босса в первой локе. То есть я уже точно выиграл, но я хочу убить босса в первой локе. Для этого мне надо тут Данте выставить как-то. Щит от урона. Сок. О, есть нулевочка, которая, может быть, спасет здесь. 8. Да, спасает. Есть, так еще и прививка сверху есть. Еще можно сюда мерцание кинуть. Надо сюда, наверное. Так, что здесь происходит? Здесь плюс 61 хп. Урожай срабатывает при гибели бойца. Дает 15 брони. Путы. И все? Забавно, что Данте еще не выигрывает. Может быть, на него ярость дать? Есть, если я юзаю здесь мерцание... Блин, еще здесь мерцание хорошо бы зашло. Мерцание везде хорошо. Кто говорил, что мерцание плохая карта? Признавайтесь, это я говорил. Сюда плюс мелкий 10, 18 плюс 10. А, не хватит. Если я не юзаю мерцание здесь, умирает отшельница. Если я не юзаю мерцание здесь, много урона получает пустой. Если я не юзаю мерцание здесь, то этот челик выживает. Но это вот не... Нет, это критично, потому что он останется на... Хотя потом его убьет босс, эти все встанут в стан. Тяжело, боже. Еще ярость хочется на Данте ее знать. Стоп, а почему мы не убиваем его? Смотрите, герой делает удар. Получает 10 брони, да? А если сюда дать ярость? Вот сейчас сюда. Или даже сюда. 4 урона. 14. У него 9 хп плюс, 9, плюс 15 брони. Спасетянку еще Данте танчить. Сейчас, подождите. А, кстати, ты же не получаешь урона. Я думаю, что я могу скинуть вот эту сюда. Это сколько еще раз будет? 11x2, 22, да? 22 урона, а у него 9 плюс 15 все равно не хватит. Ну, гомункулы умирают после атаки. То есть, понимаете, он выживает, потому что умирает золотокрыл. Вот в чем прикол. Он из-за этого выживает.
Ладно, у босса слишком большая броня пока что, так что... Не страшно. Один урона. То есть под соком все равно слабо, да? Может быть здесь добавить? Ну, в любом случае, тут урон добавляем. И давайте, наверное, ярости тоже сюда накинем. Хочу убить одного вот этого. Мне... Вот неприятно. Просто сейчас эти птицы могут до сердца такими темпами дойти. Вот в чем проблема. Вот теперь, видите, у него 10 хп осталось. И только теперь он получил этот урожай. У них урожай, у нас обжорство. Долгий ход, ограничение времени на ход в игре не хватает. А здесь есть фидраны в мультиплеере, так что... Блин, сок от босса оказался очень мерзким. Видимо, это уже смерть, да? Нет, я, конечно, могу всех скинуть вниз. Что здесь делать? Что проблема? Да, я не могу юзнуть эту песню заклинателя. Мы не справляемся. Они дойдут до... Они дойдут до сердца. Этот не дойдет? Вот этот дойдет до сердца. У него миллион брони будет, да? Как плохо. Надо было Данте снизу ставить. Надо было. Я должен был это сделать. Быть сюда урона добавить. Минус 18, но это ничего здесь не дает. Тут только герои убивают. Тут убивают только герои исключительно. Нет, изброс не приходит, я это точно знаю. Клад самоцветов. То есть, если я изну сейчас риски сюда, да, я получу 8 урона, но в этом нет смысла. О, боже мой. Я не могу его вытянуть, я знаю точно. Я могу спасти ее, так, от 3 урона, да? Кстати, если я спасу ее, она убивает здесь двоих. Это уже хорошо. Мелкий, который дает ману. Тоже неплохо. Спасибо. Двоих в минус. Двоих попугов. Получается, мы сейчас убьем этого. Потом этот, не знаю, что с ним будет. Может быть... А, его убьет девяточка. А этот еще танк постоит у нас немножко. Потому что это дохлый. Да, этого потом босс добьет. Все, у нас все нормально. До сердца вроде никто не доходит. Офигеть, я ей 8 защит от урона дал. 8! Опять сок. Сук. Сок, сук. Ты в корнях. Эти двое умирают. Все хорошо. Все хорошо. Все как должно быть. Накладывает на бойцов 2 защиты от урона. Данте опять пришел. Но я уже не могу его не ставить. Я уже не могу его просто не ставить, мне кажется. Уже поздно. Уже поздно. Да, я обязан его ставить вниз. Этот умирает, жалко. Я могу его кладом самоцветов спасти. А можно этих спасти? Герой еще урон получает, это тоже проблема.
Не, давайте спасем танка. От главного дамагера Данте. Мелких еще. А, ну я троих получу, ладно. Мне их некуда будет девать. Видимо, одну свечу я пропускаю в лицо. Что здесь? ХП. Урон, урон. Давай урон. Надо на героя резист выбить сейчас, иначе очень больно. Этот вот резист на 10 ходов. Сколько же действий за ход происходит, жесть. Поэтому попробую единичку нормально. Все еще убиваешь этого, по идее, да? Поэтому урон-то тоже хорошо. Я ему только броню дал. Тебе скорее не нравится анимации? Ну так, иногда. Последняя волна, все. Босс пошел. Я ему вообще урон здесь не наношу, да? Вообще не наношу. Песть заклинателя бесполезная пришла в руку. Вот уже который раз происходит такое, что песть заклинателя реально бесполезная. Блин, ну хоть одного попуга убиваем. Капец, жесть. Так куда эти шипы вкидывать? Ну, шипами надо одного вот этого убить, точно. Чё с героем? Минус 6. Заморыша достали. 23-21. Ура! Ура! Это новый блокер! Он целый удар с босса сблочит. Ничего не поменялось, кстати. Вообще ничего. Вообще ничего, не знаю почему. Может быть здесь укол добавить? 17 надо... Так, укол надо на самом деле высчитать. Укол в теории надо высчитать. Прям вот 100%. Ты в любом случае умираешь. 36 на 5, да? То есть тебе здесь 3 удара делать. В любом случае 3 удара, 90 урона. 13 здесь. Здесь и так умирает, потому что у героя миллиард урона. Тут... Ну, короче, Данте один раз по боссу бьет. Понятно. Можно сюда укол попробовать. Плюс еще один удар. Ладно. Ладно. Класс. Как же все плохо. Вон, хотя бы до босса, до героя дойдет... Ладно, мне дать герою защиту от ударов, и я выиграл 100%. Не в Данте, в героя. Жаль, что вот этот попук еще жив. Ой, жесть какая, понятно. В чем проблема здесь была. Поэтому здесь только шипы зарешал. Просто два до урона. А, не один, кек. Так, могу ли я убить этого еще сверху? Мне надо убить этого. Для того, чтобы он не мешал герою попадать в босс. 585, нормально. Воплощение. Ну, то есть я здесь юзну точно мерцание. Они умирают. Можно, конечно, обрушение сделать адское, но это плохая идея. За Данте с двоечкой защиты. Можно в этого Данте ярость вкинуть, он все равно умрет. Это неплохой плюс урон будет. Давайте посмотрим, сколько ему 3 хп даст урона.
Ну так, нормально. Не, обрушение не хочу делать. Было высчитать этот урон под блокером. 9, тут 84 должно было быть, да? Все. Поехали. Ну, герой должен затащить. У него есть, правда, два... Нет, стоп, у него всего-то два удара есть. Ладно, теперь три удара у него есть. Три удара, то есть это 900 урона. Но если я неуязвимость найду, он сразу же выигрывает. А я должен ее найти. Где моя неуязвимость? Алло. Она вообще один раз пришла, по-моему. Она же непоглощаемая. У меня две призматических пыли в колоде. Как они расстреливают друг друга. Привет, Хентай Лорд. Спасибо. Призма! Не пришла. А, пришла. Все нормально. Все, гага. Защиты от урона. Медленно жрет, давай, давай, жри быстрее. Давай еще разочек. Та-та-там. Это был самый потный ран из всех, которые у меня были. Пока что. Это было очень тяжело, даже несмотря на самый сильный артефакт. Минус 2 к стоимости бойцов, который не очень, видимо, работает с мрачными... С мрачной фракцией. Бичство в конце. Шестью руками. Ранг согласия 7. Иногда простые враги получают доп. Атаку. Иногда. А иногда не получают. Коварный Данте золотой. Отлично. Отлично. Оба, мрак, уровень повышен. Легированный конструкт. Инертность, мультиудар 1. Обжорство дает 1 топливо. Что такое топливо? Устраняет эффект инертности. Один слой, теряется расход. Этот боец не может атаковать, если у него нет топлива. И... То есть это... 50-25, которому обязательно надо сжигать минимум один уголек в ход. Круто, круто. Круто. Прикольно, прикольно. И растопка, поглощение. Дает 2 манны. А, X, 2 X манны. Ага. Ясно, ясно. Улучшение двигателя. Минус 1 место на этаже, плюс 1 манна, вход до окончания боя. Прикольно, прикольно. Золотые зубы наносят 2 урона заднему бойцу врага, когда съедают заморыш. Окей. Скашивание. 3-10. Расколотый панцирь. Это та же самая наша любимая Тян, только без панциря. Прикольно. И там кристаллики. Или это ее панцирь. Она собрала своими лозами. Убивая, она получает плюс 2 атаки каждый килл. Смотрю эту игру, прям захотелось поиграть. Уже охренно. Пекло удобрения. Поглощается. Возьмите одно усиление. Нет, возьмите одну карту. Усильте полученную карту, уменьшив ее стоимость до нуля. Две манны дороговато, конечно. За один было бы прикольно.
GG. Опа, Бробикью играет, Покчамп. Классно, седьмой уровень, согласия. Нойс, нойс. Блин, час ночи, чего? Куда время улетело? Мрак, счет 37-840, рекорд игрока Громву. Вы превзошли своего друга на мраке. Кубок бесов уже шестой уровень. Серия побед на 6. Тип заезда сгенерировать испытание. Осталось монет. Каждая монетка дает множитель. Ну как, плюс 10. Не знаю, не знаю. Свеча Данте. Окей, чат, пора идти отдыхать. Час ночи, какого хрена? Найс. Спасибо всем, что смотрели сегодня стрим. Не забывайте, если у вас есть всего лишь 10 минут времени, пройти по ссылке Raid, зарегистрироваться и пройти обучение. Я буду вам очень благодарен, если мы доберем 100 человек. 100 регистраций, у вас 400 человек на стриме. 100 регистраций — это так мало. Видимо, мы этого не сделаем. Я от этого буду грустить. Вот. Потом, что еще? Что еще? Да ничего, хорошо вам, доброй вам ночи. Время воскресенья, отдыхайте. Выходной. Хороший выходной, блин. Очень классно постримили сегодня. Монитора полностью прошли. И Monster Train просто бомбический. Очень крутой рогалик, очень крутой рогалик. Будем проходить до 25 возвышений. Да? Да. Все, спасибо всем, кто фоловился сегодня. Спасибо всем, кто сабался. Донатик даже был один сегодня. Нет, это был вчера донатик. Сегодня не было. А, так, вчерашний день же считается. Да, вчера был. Вот. Все, всем доброй ночи, всем пока. Спокойной ночи.